ближе. Стоп. Смотрите, лучше пусть он меньше пройдет, но сам, без рывков поводком. Поводок — это уже так, крайняя тема. Ближе. Стоп! Да. Не тяните, сейчас поводок вообще натянут был. Нас, да. Ну вот он ушел назад, это тоже подкрепляйте. Иначе он будет сейчас выходить. Хотелось бы вот сохранить то, что плечо у ноги или шея у ноги. Да. Угу. Все, стоп. Погладьте, похвалите и на исходном. Хорошо. Поворот, остановка. Попробуйте его после каждого раза спокойно хвалить. Хвалить, но не очень активно. Чтобы он не возбуждался и не суетил. Да. Вот сейчас был хорошо и контакт, и правильно двигался. Только не натягивайте, не натягивайте. Да. Попробуйте на него корм надвигать, при этом запрещать ему брать. Чтобы он отходил от корма немножко назад. Ближе. На него надвигайте. Ближе. Отдайте ему корм. Вернитесь на исходную. Вы сейчас попробуйте без шагов в бок просто надвигать ему корм. Но это называется обратное наведение. То есть вы его наводите в правильное действие. Не за счет того, что он двигается к корму, а за счет того, что он отходит от корма. Сейчас он будет назад двигаться, сидя. Его же надо поставить. Стоять. Так, надвигаем на него. Назад. Да, назад. Дайте ему корм. Вот. Теперь двигаемся в бок. Следите, чтобы поводок провисал. Назад. Ну, нельзя. Ближе. Стоп. Да. Не надо много, надо ловить мельчайшие вот эти кирпичики правильного поведения. Да. Старайтесь вот, чтобы совпало прям вот момент удара, когда он бьется плечом о ногу. Сделайте еще раз, только постарайтесь его задвинуть чуть дальше. Назад. Да? Только это лучше с кормом сразу. Вот. Назад, скажите. Назад. Да. И последний раз. Назад. Да. Все. Нет. Команду давайте мы четко. Ближе. Да. Не забывайте, чтобы он не выходил. Назад отошел. Назад. Вот так. Ближе. Да? Да. Вот, молодец, хорошо. Назад. Ближе. Да. Да. Вот, хорошо. Прям шею в ногу. Ну-ка назад. Назад. Ближе. Да. Умница. Посылаем миску. Вот, молодец. Ешь. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.